Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодняшнее утро мы начинаем с того, что для владельцев планшетов и перышков я хочу создать шпаргалочку, ну, прежде всего себе, о том, как настраивать кисти, потому что я почувствовал, что мне где-то что-то не хватает знаний в этом плане, и не всегда у меня туда ложится, куда надо, не той толщины или так далее. Поэтому сейчас мы этим с вами и займемся шаг за шагом. Сам себе сейчас преподам. Так, чтобы кисть реагировала на нажим, давайте мы с вами создадим новую каллиграфическую кисть. Окей. И вот здесь стоят уже установки. Назовем ее моя брошь. Моя кисточка первая. Так. Значит так. Сначала мы просто по размеру с вами посмотрим. Вот размер. Вот видите, мы сразу видим размеры. Левая кнопочка, вернее, вот этот кружочек отвечает за начало кисти, середина и конец. Так, ну давайте, вот мы взяли, допустим, 5. Скажем, нажим пера. Не постоянно, нажим пера нам нужен. И сразу включается отклонение. Мы можем отклонение сделать, допустим, тоже 5. То есть у нас сначала до конца будет. И посмотреть, как это будет выглядеть. Окей? Так, я надеюсь, что это она. Да, MyBrush 1. Берем кисть и пробуем. Ну да, она работает. Вот я совсем тихо делаю и побольше нажимаю. А обратно. Мне надо, чтобы она вот сюда становилась тоньше. Она пока только так работает. Ну, сейчас посмотрим, разберемся, в чем дело. Угу. Есть. Ну, это уже радует. Убираем. Хорошо. Едем дальше. Ну, раз уж у нас кисть каллиграфическая, то давайте мы тут сейчас и округлость заменим. Вот плоскую такую сделаем. Ну, размерчик увеличим чуть-чуть до 7. И здесь тоже сделаем до 7. И посмотрим, что она даст. Так. А. Вот она какая. Можно даже ленточки рисовать какие-то. Отлично. Не задумываясь ни о чем. Ха-ха. Вот раз, раз. И такая ленточка. Нажимаем. Становится толще. Отпускаем. Становится меньше. Нажимаем. Становится толще. Отпускаем. Становится меньше. И так получаем ленточку. Красота. Так, ну-ка. Я специально кисти создавал, чтобы ленточки рисовать. Сейчас красную возьму. Ну, дайте поиграться. Вот нажал, опустил, нажал, опустил, нажал, опустил, нажал, опустил. Ну, чего мне ленточка? Другого цвета. Красота, ребят. Красота. Ну да, планшет, конечно, нужен. Тут, я думаю, что с кистью будет сложнее. С мышкой. Итак, хорошо. Идем дальше. Что еще есть? Тут еще много разных настроек. Допустим, видите, округлость от нажима можно сделать. А
Наклон от наклона, что ли? Поворот. Не знаю, тут много чего, но, скорее всего, мне это не нужно. Пока, во всяком случае. То есть я не вижу тут большого разницы, но, во всяком случае, я уже могу какие-то вот такие каллиграфические вещи делать. И это меня радует. Я сейчас даже попробую сердечко так сделать. Ну-ка. У меня давно было желание связать текст с сердечками. То есть вот я пишу какой-то текст, написал, да, а от него я хочу так на конце и так-то такое сердечко. И дальше пошел писать тра-ля-ля, тра-ля-ля, и еще раз сердечко. Да, кстати, я забыл сказать, что в принципе можно это выделить. Все. Да. И сразу же сказать, что у нас будет обводка, допустим, не 1, а вот, допустим, 0,25. Видите, это тоже совсем другое дело. То есть открывается еще больше возможностей, о которых мы с вами поговорим в следующих видео. А до этого пока.